В США бурные дискуссии вокруг проекта бюджета на 2017 год, который Барак Обама внес на рассмотрение Конгресса. Примечательно, что в документе, который сверстан с полутриллионным дефицитом, есть пункт сдерживания агрессии России. На него предлагается выделить 4 с лишним миллиарда долларов. Из них 3 миллиарда, и это в 4 раза больше, чем в прошлом году, должны отойти Пентагону на размещение сухопутных войск в Европе. Еще около миллиарда по линии Госдепа планируется потратить на так называемую публичную дипломатию. Другими словами, внешнеполитическую пропаганду. Правда, пока это только предложение, республиканцы, контролирующие Конгресс США, отказались даже обсуждать этот проект, который, по их мнению, если к чему и ведет, то только к росту госдолга. Один из сенаторов заявил, что единственным плюсом является то, что это последний бюджет от президента Обамы.